Опять нам дома не сидится. Мы решили еще раз проверить сморчковую шапочку. Уж очень удивительные это грибы. И мы решили сегодня проверить после дождей. И град был, и дождь сильный был. Вперед! Только что были такие дожди. Ну, может быть, сюда дождь не добрался. Но в лесу сухо. Вот я нашла вот такие вот грибочки. Один развалился. Веточку убрала, они очень хрупкие. Вот такие пластиночки. Но это не имеет значения, все равно такие уж точно я есть не буду. Вот их я есть не буду, но хоть они у меня останутся. Что такие грибы тоже бывают. Потрескались у него краешки. А пластиночки серые, под цвет шляпки. Лес, конечно, заманчивый, загадочный. У людей растут майские какие-то рядовки, а у меня одни поганки. Ну что ты тут поделаешь? Другую встретил ты. Удобно. Они были под листьями. Мне пришлось разгрести, чтобы их показать. Вот и там где-то они еще прячутся. Вот они вокруг всего этого дерева. Это я знаю, что это несъедобное серно-желтый опенок. Вот он. Вот такие вот пластиночки у него. Вот такие вот пластиночки у него. Вот их много. Но суховато, но они все-таки еще растут. Все. Лес вроде бы и красивый, и березки, но проходимость здесь тоже не очень хорошая. Вон там где-то Маугли бродит. А он, наверное, крапивку мне собирает. Не видно его. Всегда я забралась во всякие дебри. Вот такие здесь дебри. Близко у меня приблизило. Зря. Вот такие вот дебри. Я, как всегда, найду себе тупики какие-нибудь. А лес очень красивый. Березки что надо. Без трутовика. Без трутовика будет скучно. Вот такие светленькие. А дерево, наверное, осина. Вот такие они вот. Где же ты? Где? Звездочка алая. Не видно его. Не видно. Ладно, крапивы хоть набрали. Ехали. Сейчас поедем в другой лес. Не будем птичку трогать. Даже близко там не подойдем. Сухой лес, да. В лес заходить больше мы в этот не будем. И мимо того леса, где пчелы на дереве, что ли, или сундук, тоже не будем. И птичку тревожить не будем. Надеялись найти здесь найти сморчковых шапочек после сильных дождей, но, видимо, их пора закончилась. Ну, что поделаешь? Ладно, всему свое время. И брата акробата. Тоже осиновые, вот такие вот. Что ж, все, мы ушли. Вот еще очень красивые трутовики. Ну, необыкновенные. Лежат просто. И вот они подрастают здесь. Крупненькие. И маленькие там растут. Их никто здесь не трогает. Обратила внимание вот на эти трутовики красивые. И заметила вот это. Думаю, что это такое? И вот здесь рядом лежит уже старый. Ой. Это старая сморчковая шапочка. Вот она уже. Выросла, росла, росла, никому не пригодилась. Ну, земле пригодится, муруям каким-нибудь. И то интересно. Хороша. Была красивая. Ну, всему свое время. О, зато я вижу, хорошо, что посмотрела. Я вижу саркоцифу. Это уже мой праздник. Ну, вот она какая. Вот она где.
Но я ее забираю. Это мне очень даже нравится. Я ее беру до природы. Ну что ж, нам пора уезжать, хватит любоваться. Красиво. Супер. Супер, я тебя беру. Заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.